Здравствуйте. В Гомеле проходит обсуждение нового генерального плана строительства. На нем можно увидеть, как изменяются границы города, где отведены площадки под новые микрорайоны и парковые зоны, отследить судьбу частной застройки. Сегодня с гостьей диалога мы обсудим планируемые изменения. Присоединяйтесь к нашей беседе. Светлана Николаевна Кухоцковолец, начальник управления архитектуры и градостроительства Комитета по архитектуре и строительству облисполкома, главный архитектор Гомельской области. Уроженка города Бреста. Специальность архитектора получила в Брестском инженерно-строительном институте. В 1980 году по распределению была направлена в Гомель. Первым местом работы стал филиал Института сельхозтехпроект, ныне Агропромпроект, в котором Светлана Кухоцковолец работала архитектором на протяжении 15 лет. В 1995 году заняла должность главного архитектора железнодорожного района Гомеля. С ноября 2006 года работает в Комитете по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома. В должности главного архитектора области с августа 2008 года. На вопросы, которые касаются архитектуры и строительства, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77-68-45. Светлана, рада видеть и приветствовать вас в студии. И сразу вам вопрос такой. Слово «архитектор» не имеет формы женского рода. Да и в мировой архитектуре не так много женских имен. И если мы вспомним архитекторов, имеющих какое-то отношение к городу Гомелю, Кларк, Ицковский, Шабуневский – это тоже мужчины. Скажите, пожалуйста, почему так получается? Что вы думаете об этом? Ну, конечно же, я соглашусь с вами, потому что архитекторами мирового значения и архитектура всего мира создается, конечно же, силами мужчин. И в перечне имен выдающихся архитекторов очень трудно найти имя представительницы слабого пола. Потому что профессия архитектуры, она, в общем-то, в себе соединяет как творческую сопоставимость, так и точные науки. И поэтому многие люди ассоциируют это как все-таки с профессией более приемлемой для мужчин. Вы сказали, что сложно найти, но они же все-таки есть, эти имена. Да, конечно, есть. Я бы еще хотела сказать то, что Нобелевская премия, она не вручается в сфере архитектуры. И как бы равносильно ей есть такая премия Притцкера, которая вручается за выдающимся архитектором. И вот такой премии была удостоена британский архитектор Заха Хадид, которая получила ее за выдающиеся заслуги, за прекрасную архитектуру, которая нас создает в современном мире. Поэтому я хочу сказать, что, конечно же, и среди студентов архитектурных факультетов, архитектурных учебных заведений в группах очень много, почти 50% составляют девушки. Но потом по жизненному пути, конечно, больше они все-таки себя находят в ландшафтной архитектуре, в дизайне интерьеров, какими-то такими интересными направлениями стилистики какой-то. Поэтому, конечно же, но тем не менее, все-таки среди женщин тоже есть архитекторы, которые достойны своих творческих идей и своего творческого потенциала. Возможно, те девчата, которые сейчас учатся в Белорусском государственном университете транспорта на факультете промышленно-гражданского строительства, еще скажут свое веское слово в архитектуре. Они уже и говорят это веское слово. Я постоянно встречаюсь с молодыми архитекторами, с девушками, которые достаточно интересно работают, активно и конечно же, проявляет свой творческий какой-то интересный потенциал. Прекрасно. Светлана, у нас есть звонок. Мне подсказывают. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Гомель беспокоит. Сергей Очень приятно. Александрович, я вопрос такого рода. Вот я слышал, что по улице Барыкина, вот на этой части, которая реконструирована, вдоль, точнее, этой части, планируется этажная застройка. Правда это? Или это только слухи? Ну, если у вас... Есть... Если это правда, хотелось бы узнать, на каких площадях, за счет каких площадей, спрос и так далее.
У вас есть возможность услышать ответ из первых уст. Спасибо. Ну да, дело в том, что и генеральным планом, и проектом детальной планировки, и проектом застройки предусмотрена реконструкция улицы Барыкина. Это, конечно же, строительство многоквартирных и многоэтажных жилых домов. Это достаточно интересный проект, интересная застройка. И у нас уже начались осваиваться территории, начинается снос домов, уже приступили к строительству первого дома. Кран и уже стоит. Да, кран стоит, уже ведутся работы. Это будет интересное по своей архитектуре жилой дом с встроенно-пристроенными жилыми и нежилыми помещениями. Светлана, скажите, я все-таки вернусь к архитектуре и к вашему выбору. Почему именно ваш выбор пал на архитектуру? Ну, я, как уже тут говорили, я родилась в городе Бресте и с детства посещала изо-студию. К нам приходили в эту изо-студию выпускники, которые уже поступили в институт или там художественный, или в архитектурный, и делились своими впечатлениями о той учебе, которая у них интересная проходит, о тех профессиях, которые они будут получать. И как бы, учитывая их информацию, их какие-то интересные рассказы, у меня уже с детства сложилось впечатление и желание стать архитектором. И у нас в Бресте как раз в институте был факультет архитектуры. Потом он был закрыт, потом он сейчас опять действует открыт и тоже готовит архитекторов. И поэтому как бы я сразу же... Сомнений не было. Не было сомнений. И так получилось, что я закончила институт. И с тех пор я работаю только архитектором. Я как бы не изменяла своей профессии. И очень горжусь тем, что я все-таки архитектор. Я очень хотела бы спросить еще, сложно ли было во время учебы или работы конкурировать с мужчинами, но... Отдам все-таки слово нашему телезрителю, потому что есть очередной звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Меня зовут Мария Николаевна. Мой вопрос такой. Вот идет застройка Романович. Романовичи 2. Скоро ли нам ждать подвода электричества, газа, воды? Практичные вопросы задают наши телезрители. Спасибо за вопрос. На самом деле у нас достаточно активно идет застройка индивидуальных участков. И естественно, что, конечно, туда проводится новая инфраструктура инженерная. Это не очень такие маленькие денежные средства. И по мере финансирования этих инженерных тем у нас выделяются и средства, и, конечно же, мы в первую очередь отдаем на новые микрорайоны усадебной жилой застройки. Поэтому по мере поступления денежных средств, естественно, будут уделяться внимание обустройству инженерными сетями новых микрорайонов, в том числе и Романовичей, и второй очереди третий. Спасибо, Светлана. В ожидании очередного телефонного звонка я все-таки задам свой вопрос. Скажите, во время учебы, работы сложно ли было вам, девушке, конкурировать с мужчинами? Ну, как-то мне, наверное, повезло, потому что всегда были рядом коллеги, которые всегда подсказывали, протягивали руку помощи, давали нужные советы. И всегда это помогало в работе. Естественно, что в соавторстве мы выступали и делали удивительные, интересные, красивые проекты благоустройства города Гомель. Это и Площадь Победы, и благоустройство улицы Советской в районе улицы Молодчака. Конечно же, я хочу сказать, что не только коллеги как бы помогали, но и тоже руководители тех организаций, в которых я работала. Это тоже были мужчины? Конечно, это были мужчины. И сейчас, если бы как бы руководство области не помогало в притворении всех задумок, всех как бы начинаний, всех идей, без их помощи, конечно бы, это ничего не осуществилось. Поэтому я хочу сказать, что у нас достойные мужчины, как и архитекторы, и руководители проектных институтов, так и руководители, с которыми я работала и работаю. Спасибо за ответ. Давайте слушать телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Меня зовут Тамара Иосифовна. Я хотела бы задать вопрос. Говорите. Вот меня интересует очень
застройка, будет ли застройка частного сектора по улице Советской, это четная сторона, конец Советской, это напротив кабельного, электроаппаратуры, там у нас осталось несколько домов. У нас там снесли 3 дома туда в конце Советской, построили заправку. И потом к нам опять были звонки, что вроде бы как мы под снос, вроде бы. Угу. Вы хотите уточнить? Точно. Да. Вопрос понятен, спасибо. Да, дело в том, что очень большая работа проведена администрациями районов, руководством города на обустройство основных въездов в город Гомель. Естественно, что, конечно, мы строим новые микрорайоны, но мы должны заботиться о том, как будет выглядеть наш город при въезде в город, потому что любой приезжающий гость, он, да, въезжает в город, и это лицо. И те дома, которые расположены на въездах, старая застройка, она, естественно, не украшает. И по генплану, конечно, предусматривается там общественная застройка. И как бы есть уже даже у нас наработки, предложения, эскизные варианты, возможно, это. Но определить точную дату сноса никто вам не скажет сегодня. Ни руководство города, ни я не скажу, потому что это все будет зависеть от инвестора, от наличия инвестора. И, конечно же, это дело времени неопределенного. Спасибо за ответ. Наши корреспонденты ознакомились с новым генеральным планом строительства Гомеля. Внимание на экран. Представленный для широкого обсуждения генеральный план развития города, по сути, скорректированный план 2003 года. Нельзя сказать, что активность гомельчан в обсуждении генплана оказалась очень уж высокой. При том, что и сама организация процесса обсуждения вызвала у жителей областного центра много нареканий. Никаких макетов нет, а вывешенный для обозрения план понятен в основном только специалистам. Не так обсуждаться, как сегодня, с той схематической картой, которую просто повесили в управлении градостроительства. Это неправильно. Должны быть макеты, должны быть фотографии, которых люди реально могли бы посмотреть, что в перспективе хотят построить в городе в том или ином районе. Общественное обсуждение генерального плана развития Гомеля началось 26 октября и продолжится до 19 ноября. Тогда специалисты и узнают обо всех предложениях и замечаниях горожан. Впрочем, о некоторых из них журналистам телерадиокомпании «Гомель» стало известно уже сегодня. От конкретных, вроде внесения в планы строительства в городе музыкального театра, до концептуальных. Должны быть разновысотные дома. Конечно, в сегодняшнее время такой крупный город, второй в республике, не должен строиться 5-этажными домами. Высотность должна, конечно, быть более высокой. И я думаю, что доминантами в каждом районе должны быть высотки. Конечно, где-то 22-24 этажа. Очень приятно, что, конечно, начали реконструкцию улицы Барыкина, в перспективе Полесской улицы, но это тоже мало. Понятно, что финансовое положение не позволяет много все сделать сейчас, но я думаю, что изыскивать возможности нужно, необходимо, потому что если мы хотим жить в прекрасном, хорошем городе, европейском городе, надо осуществлять большие планы. Гомельчанин Сергей Гончаров в городскую землеустроительную службу пришел с конкретными предложениями. Пенсионер уверен, планы по строительству жилых домов возле бывшей воинской части Лещинец необходимо обязательно пересмотреть. Еще в 60-е годы здесь было обнаружено неизвестное массовое захоронение. Жертв то ли сталинских репрессий, то ли людей, погибших во время нацистской оккупации. Правда, тогда детального расследования никто не проводил. Как результат, современные архитекторы этот факт также не учли. Лично я был свидетелем, что там раскапывали, значит, строили железобетонный завод, и экскаватор поднял то ли яму одну, но дальше перестали копать. Масса костей, масса черепов, это очень страшно было видеть. Вроде бы, говорят, есть документы, что это, значит, расстрельная яма, но кто там расстреливал? Не проводили ни экспертизы, значит, ни ГИЛЬС, ничего.
Еще одна причина, по которой многие местные жители против застройки этой части города – сосны, сохранившиеся как минимум с начала прошлого века. Правда, это не значит, что здесь нет места современным жилым домам. Рядом с частью некогда дикого леса – постройки, в народе именуемые бараками. И удобств для проживания людей в них практически никаких, и Гомель они явно не украшают. Как, кстати, и расположенные здесь же не то гаражи в зеленой зоне, не то самодельные сараи. Почему все это здесь находится до сих пор – вопрос теперь уже из разряда риторических. Что же касается посадок, то их люди предлагают оккультурить и сделать здесь зеленую зону отдыха. В конце концов, это дешевле, чем разбивать новый парк. Главное, говорят, чтобы это предложение было услышано. В Лещинце запланировано на месте лесного массива, было запланировано 8 или 6, 9 крупных высоток поставить на территории леса. Естественно, лес выпиливается. Бор столетний, там 100, может и 150 лет ему. Потому что он не вынесет такого, его выпилят обязательно. Уважаемые телезрители, вы смотрите «Диалог». У нас в гостях главный архитектор Гомельской области Светлана Кухоцкаволец. Хочу задать вопрос такой. Скажите, пожалуйста, какие еще аспекты обсуждения генерального плана Гомеля вызвали наибольший интерес со стороны специалистов и горожан? Ну, конечно, большой интерес вызвал вопрос по реконструкции существующей усадебной жилой застройки. То есть это в основном в центре города. И, конечно же, те участки, которые у нас, в общем-то, идут под уплотнение существующей застройки в соответствии с детальным планом центральной части города Гомель. Интересовались граждане, конечно же, и большой перспективой, где мы будем строить, как мы будем строить. И так далее. Конечно, вопросов очень много, люди интересовались, и это, конечно, отрадно, то, что люди интересуются своим будущим. Светлана, ну и я интересуюсь, мне хочется спросить, где в будущем будет вестись многоэтажная застройка? Ну, многоэтажная застройка у нас планируется как в черте города, так и генпланом предусматриваются новые территории под застройки. Это новые микрорайоны? Это новые микрорайоны. Ну, прежде всего, в ближайшее время у нас планируется корректировка проекта детальной планировки, это 59-го микрорайона, который в настоящее время строится. Территория будет расширяться, там будет еще 59-й А-микрорайон, который, ну, конечно же, в это таком прекрасном... Горка, да, это шведская горка. Это, конечно, очень красивый, очень такой достаточно экологически интересная территория. Поэтому там будет интересная застройка с учетом восприятия этого микрорайона. И, естественно, там будет приниматься такая застройка, чтобы были и доминанты, чтобы этот силуэт микрорайона был выразительным, красивым и, конечно, одной из визитных карточек нашего города. То же самое у нас будет новый микрорайон в районе улицы Федюнинского. Это территория, которая прилегает к новой жизни. Это достаточно тоже приближенная к центральной части города территория. Я думаю, тоже будет очень интересно гражданам жить в таком микрорайоне, потому что он будет и красивый с точки зрения архитектуры, и объектов обслуживания. Далее у нас будет, конечно же, развитие жилой застройки. Это на намывных территориях. Конечно, это достаточно такая тяжелая тема в финансовом отношении, потому что требует больших денежных затрат. Но все равно эта тема будет у нас развиваться со временем. Это у нас микрорайон Плюсы и Южный. Это тоже в районе недалеко от 59-го микрорайона. Ну и в перспективе у нас развитие нашего города в южном направлении вдоль Черниговского шоссе. Тоже достаточно там территория, которая, в общем-то, и согласована со всеми, и развитие в зоне леса, она как бы для жилой застройки тоже будет очень интересна и будет красивый микрорайон, да, и хороша. Будет. Спасибо. Есть у нас телефонный звонок. Давайте слушать телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Мой вопрос. Когда примерно начнется снос Барыкина? В начале возле дома, возле железного моста. Барыкина номер 9. Барыкина номер 9. Спасибо.
Но дело в том, что мы начинаем застройку Барыкина улицы и, естественно, будем постепенно подходить, всю застраивать улицу. Поэтому как-то определенно сказать, что вот это будет в 2016 месяца, да, да. Или в 2017, я такого не могу сказать. Это будет все зависеть от того, как будут осваиваться участки, потому что участки непростые, они предусматривают снос. И, естественно, когда снос, это большая проблема с людьми, с компенсацией и так далее. Поэтому, естественно, что, я думаю, в ближайшие годы это все будет у нас. Светлана, я очень хочу спросить, скажите, а появятся ли в Гомеле очень высокие дома? Появятся. И я думаю, что в ближайшем будущем. Это у нас предусматриваются 24-этажные дома по улице Мазурова в 18-м микрорайоне. Та же самая улица Барыкина при въезде с улицы Фрунзе на улицу Барыкину предусматривается красивая, уникальная застройка с высотными домами. То есть, ну, как бы это основные въездные ворота в эту часть города. Тогда такой вопрос. А останется ли одноэтажная застройка в пределах города? Конечно, в пределах города у нас остаются участки, где усадебная на сегодняшний день остается. То есть это и залинейный район, это и у нас и район центральной части в районе улицы Ландышева, это у нас и Новобелецкий, район, да. То есть вдоль магистрали они, конечно же, будут обустраиваться. Почему? Потому что должна быть все-таки качественная, красивая застройка, чтобы город наш выглядел красиво и интересно. А уже, конечно, те территории, где немножечко в стороне, те будут оставаться под индивидуальные застройки. Но это сегодня. Жизнь меняется, генпланы меняются. Мы вот сейчас разрабатываем генплан на два периода до 2020 года и до 2030 года. А пройдет это время, появится новый генплан и, возможно, какие-то новые изменения, новые веяния, новые идеи будут в развитии нашего города. Спасибо. Здравствуйте, говорим мы следующему телезрителю. Ваш вопрос. Да, да, да. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Попова Екатерина. Мы проживаем улица Ильича, 260. У меня такой вопрос. Будет ли это в будущем сноситься улица, либо нет? Вы имеете в виду частную застройку, так? Частная застройка, да, район химизделий, завода химизделий. Спасибо. Да, вот видите, как вот людей больше всего интересует их будущее. Ну, конечно, они обустраивали это гнездышко свое. И, конечно, им хочется видеть прекрасным город, но столько сил они вложили. Я хочу сказать, что у нас сегодня мы занимаемся разработкой градостроительных проектов, таких центральных улиц, как улица Ильича, улица Богдана Хмельницкого, там, где действительно требуется реконструкция жилой застройки. И фактически эти все улицы будут обновлены, будет новая застройка. В настоящее время это все еще пока в проектах. Проекты еще как бы в стадии разработки, но уже можно с ними ознакомиться. Я смотрю, что очень много поступает таких звонков, где люди действительно заинтересованы в своем будущем и хотят видеть перспективу. Поэтому я приглашаю всех тех, кто очень интересуется этим и хочет ознакомиться с материалами, потому что, конечно, всего не расскажешь и не покажешь, и как бы те территории, может быть, которыми интересуются граждане, может быть, они и не будут затронуты в ближайшее время. Я приглашаю подходить к нам в Управление архитектуры и градостроительства в Гомельский облсполком, кабинет 422. Мы всегда вам покажем материалы, всем расскажем и более подробно ответим на ваши вопросы. Да, пожалуйста, подходите, мы с удовольствием все расскажем, чтобы каждый человек... Светлана, есть еще один вопрос от телезрителя. Здравствуйте, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Пожалуйста. С кем я разговариваю? Вы с нами говорите, Светлана Кухоцкая, улица, я Елена Троценко, пожалуйста. Очень, очень приятно. Вот у меня вопрос такой. Вот Борька, скажет, наша городская. Скажите, пожалуйста, вот Докутович, да? Вот. Когда будут сносить вот последние дома и проводить эту замечательную дорогу, как бы нас связала туда.
Понятно, спасибо. Спасибо, понятен вопрос. Да, у нас вообще, я вам хочу сказать, что, конечно, транспортная инфраструктура, которую мы хотим обустроить, построить, она достаточно востребована и необходима. Это как и восточный обход, и дорога север-юг, и то же самое подъезд к микрорайону нашим, к микрорайону Мельниковый Луг. И естественно, что мы и начали эту работу. Мы начали строить и восточный обход, и реконструкция Полесского путепровода, и часть мы ее ввели. Но вопрос в том, что на сегодняшний день, конечно же, недостаточно финансирования по этой теме. Это огромное средство на все направления. Конечно, да? Мы и благоустраиваем, и строим новые микрорайоны, мы благоустраиваем инженерно-транспортную инфраструктуру индивидуальных районов усадебной застройки. И, конечно же, по мере возможности, естественно, что мы будем стремиться к тому, чтобы все эти вот основные, главные магистрали были построены. Но конкретных сроков вы не называете, даже приблизительных, да? Ну, это ближайшие годы. Мы потихонечку каждый год вкладываем в эту транспортную инфраструктуру все силы, все финансовые средства для того, чтобы это каким-то образом завершить. Вот недавно открылся, что у нас тут в 18-м микрорайоне часть восточного обхода в этом году. Поэтому и далее мы будем продолжать над этим работать. Понятно. Мы работаем в прямом эфире, уважаемые телезрители. 77-68-45, номер телефона, по которому вы можете задать ваш вопрос или высказать свое мнение. Присоединяйтесь. Светлана, скажите, а какими проектами, которые были воплощены в жизнь совсем недавно, вы гордитесь? Ну, очень достаточно интересный такой объект – это Краснобережский дворец. Это настолько уникальный объект, памятник архитектуры, который отреконструирован, который, в общем-то, раскрылся во всей своей красоте. И я даже хочу сказать, что вот у нас в прошлом году был Республиканский совет архитекторов в городе, в Гомельской области, и мы их приглашали на этот объект, и там были выдающиеся архитекторы Республики Беларусь, они были просто восхищены, потому что памятник, можно сказать, сохранился в первозданном виде. И настолько интересный и фасад здания, это неоромантический стиль, настолько же интересны и внутренние интерьеры. Да? Каждое помещение, оно неповторимо. Ни своим решением, ни лепниной, ни цветовой гаммой. Это просто уникальный памятник архитектуры. И очень отрадно то, что нашлись средства для его реконструкции и завершения этой реконструкции. Поэтому это, конечно, такое значимое. И в этом же году мы в Лоеве реконструировали мемориал, посвященный битве за Днепр. Это тоже получился, наверное, необыкновенно такой вот эмоциональный памятник. И авторы работали совместно со скульпторами. То есть настолько он действительно отражает тот героизм, который проявили во время Великой Отечественной войны, защищая. Ну и, конечно же, это наша удивительная набережная. Такой набережной нет ни в одном городе. Это гордость города, это очень большой подарок нашим гражданам. Большое спасибо вам за подсказки. Я думаю, что зрители наши возьмут на вооружение и в ближайшем будущем обязательно посетят. И Жлобинский район посмотрят на дворец в Красном береге, и в Лоев съездят, да и просто пройдутся по нашей Гомельской набережной. Светлана, есть у нас телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Значит, меня зовут Татьяна. Я живу в центре города, возле гостиницы «Турист», значит, первая авиационная. Меня интересует такой вопрос. Ближайшие пятилетки собираются сносить эту улицу, первую авиационную? Здесь на вторая авиационная, Фурмана, Воловатского. Вопрос понятен, спасибо. Но генплана вот города, который у нас на сегодняшний день вот проходит обсуждение, пока эта территория не предусматривается под снос. Пока это остается индивидуальной жилой застройкой. В перспективе, может быть, как я уже говорила, что направление и как бы концепция генплана может и поменяться, но пока нет.
Четкий вопрос, короткий ответ. Очень краткого ответа следующий вопрос требует. Были ли проекты гомельских архитекторов отмечены на каких-то очень важных специальных конкурсах? Да, вот в этом году проходил 11-й международный фестиваль архитектуры в городе Минске. И достаточно интересный формат этого фестиваля. То есть он не был в каком-то закрытом павильоне или помещении. Это было в исторической части Минска под открытым небом. Экспозиция архитектурных проектов как архитекторов Республики Беларусь, так и всех многих зарубежных архитекторов. И что отрадно, что Гомель Граждан проект стал лауреатом в номинации «Жилой комплекс», «Жилой район», «Жилой дом» и получил премию. И тоже авторский коллектив Гомель проекта получил почетную грамоту Министерства архитектуры за интересную разработку совместно с Гомельским ДСК, то есть на серии 152 типовой серии разработан жилой дом, который могут все наши гомельчане видеть. Это по улице Мазурова, 18 микрорайоне, который никогда не скажет, что он из крупнопанельного домостроения. Вот за это решение наш институт получил такую почетную награду. Ну что ж, мы желаем новых побед и новых достижений. Каким видят город мечты сами гомельчане? Наши корреспонденты побывали на улицах города и поинтересовались их мнением. Я считаю, что наш город будет замечательным. Он и сейчас у нас очень красивый, очень зеленый, очень много новостроек. Я думаю, что он будет еще красивее, будет больше новостроек. Я думаю, будут какие-то новшества, наверное, в нашем городе. Ну, какие-то изменения будут. Я думаю, он просто станет еще красивее. По крайней мере, таким же, каким он сейчас является. Чистый, аккуратный, прибранный, красивый. Ну, сносить старого точно ничего не надо. Расширять. Улучшать то, что есть. Но ни в коем случае не сносить. Ничего. Почти европейским, с красивыми домами, с широкими улицами, зеленью, чтобы было, чтобы не одни дома, как в Минске. Вот таким. А что значит почти европейским, а не европейским почему? Ну, можно сказать европейским, да. Но пока что мы еще не дотягиваем до этого уровня. Но надеюсь, что город будет приятным, красивым и уютным. Хорошим для проживания. Улицы у нас красиво озеленяют, я смотрю. Какие-то там подделки. Все это очень нравится. Дома начали вот подкрашивать. А в будущем каким должен быть Гомель? Не знаю. Мне и такой нравится. Даже трудно сказать. Ну, мне кажется, дома повыше надо делать. А то, что надо подземных много переходов делать, это уже сейчас видно. Особенно взять улицу Интернациональную. Там надо делать подземные переходы. Даже и проспект Ленина с Интернациональной тоже надо делать подземные переходы. А дома под землей не нужно строить? Ну, я думаю, пока места хватит. Зачем? По-моему, это очень дорого будет под землей строить. Мне так кажется. Ну, по-моему, сейчас место же есть, где двигаться куда городу. Старые постройки, все эти на Барыкина, на этом, все должны быть снесены, построены красивые, хорошие дома. Люди должны жить богаче, лучше, красивее. Оно ветхлое жилье, это портит вид Гомеля. Я его вижу прекрасным, цветущим, молодым городом. Он должен развиваться, я думаю, что чтобы были удобные улицы, были детские площадки. Больше поликлиник детских садов, потому что что-то у нас районы строятся много новых, а обеспечение их пока никакое. Красивым, чтобы развязки хорошие были для машин ездить, чтобы нормально были пешеходные переходы в тех местах, чтобы было удобно людям. Но я считаю современным, интересным. Дома должны быть многоэтажными или уходить на коттеджи больше нужно? Вы знаете, я вам хочу сказать, глядя на те дома, которые показывают за границей, 100 этажей, как Дубай и вообще, то поэтому здесь сказать однозначно нельзя. Они могут быть и многоэтажными, и коттеджными. Вот как Мельников луг, ближе туда, к реке, чтобы воздух проходил и больше шел на город, нормальный
воздух, то там желательно, конечно, ниже, чтобы было строение. А в центре, ну, ближе сюда. Наверное, можно по-всякому, хотя центральная часть – это историческая часть города. И сделать уже многоэтажки здесь в центре, наверное, нельзя. А нужен в Гомеле 100-этажный дом? А тут однозначно тоже нельзя сказать. Может быть и нужен, может быть не нужен. Население ведь растет, вы сами понимаете. Без жилья людям нельзя. Вот интересно, Светлана, совпадает ли мнение горожан с желаниями и возможностями специалистов? Я думаю, что совпадает, потому что как специалисты, так и горожане хотят, чтобы наш город был красивым, уютным, комфортным для проживания, чтобы вся новая застройка лаконично вписывалась в существующую среду, чтобы мы приходили в новые микрорайоны и нам было комфортно, чтобы перечень тех объектов, которые необходимы для людей, там находились. Поэтому, конечно же, мы стараемся в том плане, что как можно больше строить социальных объектов, чтобы люди чувствовали заботу и комфорт в своей жизни. Вот, кстати, о социальной инфраструктуре. Многие горожане отмечали, не хватает детских садов и так далее. Какие объекты социальной инфраструктуры мы сможем увидеть в обозримом будущем? Ну, все видят и знают, наверное, что вот строится поликлиника, взрослая поликлиника в 17-м микрорайоне. Ведется работа по возврату бывших детских садиков, которые были отданы под иное назначение, именно под детские садики. Это вот в этом году открылся на Тельмана садик. Планируется в Новобелице на улице Междугородней в этом году тоже реконструировать здание бывшего детского садика под детский сад. Будет продолжаться работа по строительству школы в 21-м микрорайоне все-таки. Планируется когда-нибудь, ну и вот сейчас вот есть уже проект архитектурный, это детская больница, которая в районе медгородка будет, это нужный объект. Ну, единственное, что, конечно, нужно финансирование, но будем стремиться к тому, чтобы данный объект социального значения был. Ну и естественно, что будут строиться новые торгово-развлекательные центры. И, конечно же, для того, чтобы все это притворилось, мы инвесторов ищем и предлагаем эти все площадки. И сейчас работаем над тем, чтобы как можно больше площадок можно было выставить на аукцион, как под объекты социального значения, культурно-развлекательного, торгового, так и объекты жилья. Ведется работа. Я думаю, что город со временем будет одним из самых красивых. Он сейчас красивый, зеленый, удобный, красивый, с такой, на берегу такой прекрасной реки. Поэтому, естественно, что все у нас получится. И желания горожан, я думаю, что совпадут с возможностями наших. Ну вот поговорили мы и про социальные объекты, но еще очень краткий ответ ваш. Скажите, пожалуйста, развлекательные центры, аквапарк очень ждут гомельчане. Будет что-то такое? Ну, у нас, в принципе, из года в год есть площадка, это в 19-м микрорайоне на берегу озера, которая предлагается инвесторам под строительство аквапарка. Но, к сожалению, как-то инвестор не идет на это. Почему-то, наверное, не знаю, мы пока не можем найти инвестора, но очень хотелось бы, конечно. Мы думаем об этом и, естественно, что и предлагаем те площадки, чтобы возможность была. Пожалуй, всем гомельчанам нужно объединить свои усилия в мыслях и просто направить эту мысль в нужном направлении, и все у нас будет. Вот. Светлана, большое спасибо вам за ответы, оперативные, очень полные. Спасибо, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо. Всего доброго. Главный архитектор Гомельской области Светлана Кухоцковолец была сегодня у нас в гостях. Спасибо за внимание, уважаемые телезрители. До свидания. Это был «Диалог».